Приветствую всех любителей лора на канале Типичная Дота. Готовьтесь, смертные. Грядет великое слияние. Мой час, наконец, пробил. Это свершилось. Я думаю, уже не осталось безучастных, кто не поделился бы своей радостью и поздравлениями в мой адрес касательно официального анонса четвертого спирита. Этого мы с вами ждали больше 2 лет. Спасибо вам за доверие, поддержку и тренды, в которые вы просто вбили мой ролик с реакцией. И извините, кому не ответил в ВК, там просто около 1000 новых сообщений. Но, если честно, я все еще слегка не понимаю, почему моей персоне достается столь много лестных отзывов, ведь все, что я делал эти 2 года, так это просто констатировал факты и до последнего верил, что Valve не дураки, и постоянные намеки на четвертого брата должны рано или поздно подвести нас к его выходу. Так оно и случилось. Но такое знаменательное событие, как анонс Void Spirit, Valve опять-таки не смогли оставить без намеков на будущее вселенной. Темное будущее. Похоже, грядет что-то серьезное, что-то, что изменит Доту, героев и ее мир навсегда. А вот что уже изменило мир трейдов и покупок вещей, так это сервис Dota Money, крупнейший маркетплейс в Dota Community, который надежно работает уже более 2 лет. Прямо как мои теории о четвертом спирите. Все, что вам нужно, это просто залогиниться на сайте, продать ненужные вещи и на полученный баланс купить желаемые скины, которые здесь, к слову, стоят даже дешевле, чем в Steam. Никакого рандома и скрытых комиссий. Ты просто забираешь то, что хочешь. А если появятся какие-то вопросы, обращайтесь в круглосуточную техподдержку. Также по ссылке в описании вас будет ждать постоянная 20% скидка на покупку. А если вы добавите к нику в Steam приписку Dota Money, то скидка станет еще больше. И самое крутое, что до 30 августа на Dota Money проводится сочный розыгрыш на 50 аркан, 10 ДК хуков и 100 имморталов. Так что переходи по ссылкам в описании, обменивай ненужные скины и участвуй в конкурсе на Dota Money. Excellent choice. В своем дебютном трейлере Void Spirit произносит очень любопытную речь. Во-первых, свое столь долгое отсутствие на битве древних дух оправдывает слепотой существ смертного мира, которые он просто не выносит. Но я не выношу слепоты мира смертных. Стоит заметить, что пустота тесно связана с 7 измерениями в оригинале Seven Planes, но за самостоятельный мир она, скорее всего, не считается. Но все же, с вашего позволения, я буду для удобства называть эти миры планами, чтобы в дальнейшем не было путаницы. Итак, первый — это самый привычный земной план, он же смертный, о котором идет речь в монологе Void Spirit'а. В нем происходят все события битвы древних. Астральный план. Мир, где существуют, соответственно, астральные проекции героев, например, дух Элдар Титана, которого тот призывает. Предвечный или же фундаментальный план. Это мир, в который после смерти отправляются как раз-таки 4 фундаментала — Висп, Котл, ЦК и Энигма. Праймордиал Плейн. Это мир, в котором, вероятно, существуют души умерших существ. О нем также говорит Титан. I return from the primordial plane. Первоначальный мир — это реальность, из которой пришел зверь всех миров, также известный как Spirit Breaker. Земной мир, между прочим, считается тенью мира Баратрума. Колодец душ — скрытое демоническое измерение, которое по большей части выполняет функцию тюрьмы. Туда демоны заключают самых жестоких преступников своего вида. Ну и мир Спектры. О нем особо ничего не известно, кроме того, что описывается он как мир искаженной энергии. Пустота же, судя по всему, находится где-то между этих миров, что позволяет Void Spirit'у наблюдать за всеми происходящими во вселенной событиями и видеть приближающиеся угрозы. В пустоте же ничто не ускользает от моего взора. Нет секретов, что мне неведомы. И именно видение того, что грядет нечто большее, и заставило Void Spirit'а покинуть скрытый бастион и отправиться на землю, дабы уберечь своих братьев и весь этот мир от неизведанной опасности. И все же, скоро мне придется покинуть свой скрытый бастион, дабы сразиться бок о бок с моими братьями и уберечь их, ибо грядет нечто большее.
Вернемся на 7 лет назад, в февраль 2012-го. В Dota 2 появляется Outworld Devourer. И многие сейчас будут в шоке, но именно он стал первым, кто еще тогда предсказал надвигающуюся сейчас катастрофу. Глубоко в сияющих переплетениях его интеллекта лежит узор пророчества. Темная музыка, предвещающая, что однажды за гранью мироздания проснется некое зло, которое обратит свой взор к нашему миру. И, судя по всему, друзья, это зло пробудилось. И, возвращаясь к репликам Шейкера с Арканой, можно с уверенностью утверждать, что Рейгар, Войд Спирит и Предвестник говорят об одной и той же угрозе. Угрозе, которая уже уничтожила Землю из альтернативной реальности, всех ее чемпионов и землевержца в том числе. Именно поэтому Шейкер из этой реальности получил силы умирающей Земли из другой, которые и стали его Арканой. Об этом, кстати, я подробнее рассказывал в ролике по подсказке сверху, поэтому советую его посмотреть. I have seen something approaching from the darkness. Have you seen it too? Но для полноты картины давайте еще раз пробежимся по ключевым из них. I cannot undo what has been done. I cannot save those who are lost. But I will learn how to cross such great distances and avenge the wrongs done my sister Earth. Здесь опять же упоминается уничтоженная загадочным существом Земля из альтернативной реальности, за которую Шейкер хочет отомстить ее обидчикам, научившись путешествовать между мирами. А вот в следующих репликах речь идет уже конкретно про то зло, о котором говорит как Void Spirit, так и Предвестник. Something is coming. I cannot name it, but I know it holds hostility in its heart. The traveler, trespasser, will never leave this earth. But he is not unique. There are others of his kind who share blame for the death of my sister Earth, and perhaps countless other worlds bereft of champions. Из этого следует, что загадочный злодей не единственный в своем роде. Есть и другие существа, которые связаны с ним, преследуют те же цели, а также повинны в уничтожении Земли и самого Шейкера. Поэтому можно смело предположить, что угроза не является одним злодейским персонажем, а представляет собой целую армию. А это уже отличный инструмент для проведения тематического ивента, например, очень глобального, лорного и проработанного. У нас уже были силы темной луны в ивенте Dark Moon, от которых мы защищали храм богини Селимины, а теперь можно устроить и более солидный замес с армией местного Таноса и на десерт одолеть его самого. Но опять же, очень вряд ли, что после двух столь громких анонсов новых героев с их выходом осенью нам покажут еще одного. Все-таки два героя на Инте — это отработанная схема, и если у грядущего зла и имеется предводитель, то пощупаем мы его минимум в следующем августе. К слову, также существует и большая вероятность, что посредством этой самой таинственной угрозы Valve хитроумно похоронили артефакт, в том виде, в котором он, собственно, и умер самостоятельно. То есть, возможно, события карточной игры разворачивались как раз в альтернативной версии Земли, которую космические злыдни уничтожили. Следовательно, и все эти дома с магическими картишками, меняющими ход истории, канули в небытие и более не считаются частью вселенной. А в привычной для нас Dota реальности мы увидим совершенно другой взгляд на эти события, когда разработчики сделают полноценный реборн артефакта. Связь с этой карточной игрой можно проследить в концовке трейлера четвертого Спирита. Вот эти круги, а точнее временные дуги, являются неотъемлемой частью стилистики артефакта. Да и главный символ Void Спирита, треугольник, очень уж разит логотипом мертвой игры, интро которой из-за цветов камней поначалу все восприняли как раз таки тизером четвертого братца. Кстати, очень будет интересно послушать ваше мнение на этот счет. Отправляемся в комментарии. Еще одно незатухающее обсуждение касается атрибута нового героя. Как вы знаете, все спириты представляют какой-то отдельный атрибут. Эмбер — ловкость, Калин — силу, а Шторм — интеллект. Так вот, по этой логике, Void Спириту нужно владеть каким-то новым атрибутом. Однако, вряд ли стоит таковой ждать. Вы просто представьте, как нужно перелопатить всю игру, чтобы отладить баланс после ввода одного нового атрибута. Уверен, что в этом плане разработчики не будут особо заморачиваться и сделают его либо интовиком, либо вообще не привязанным к какому-то одному атрибуту. А на десерт вернемся к трейлеру. Готовьтесь, смертные. Грядет великое слияние.
грядет великое слияние. И я, конечно же, сразу подумал, и скорее всего ошибочно, что речь идет всего-навсего о слиянии четырех братьев-спиритов. Однако слово «конфлюенс», которое обозначает слияние, обладает абсолютно другим лексическим значением. Даже в русском языке слияние — это объединение двух различных объектов в одно целое таким образом, что образуется единый объект с едиными свойствами. Может, речь здесь идет о слиянии двух миров, уничтоженного космическим злом мира и мира, который отправился защищать Void Spirit? Об этом, друзья, мы с вами можем рассуждать часами, и это точно тема для следующих роликов. И да, при чем здесь вообще Аганим? Все это, друзья мои, совсем скоро. А чтобы не пропустить все самое интересное, ставьте лайки на этот ролик, подписывайтесь на канал и присоединяйтесь к нашей армии. Армии, которая переворошит каждую строчку лора и найдет зацепки для грядущих событий. Ах да, колокольчики. Не забываем, друзья, про оповещения. Спасибо вам огромное за просмотр и скоро увидимся. Пока!